Единый день предварительного голосования состоялся в регионах России в воскресенье 26 мая. В Ненецком округе в ходе предварительного голосования выбирали кандидатов от «Единой России» в Горсовет Нарьян-Мара, Совет депутатов Заполярного района, на выборы глав Колгуевского и Хасе-Дахарского сельсоветов, а также по выборам кандидатов от «Единой России» в собрание депутатов Ненецкого округа по одномандатному избирательному округу номер 8 «Городецкий». 26 мая в 8 утра на территории Ненецкого округа открылись 30 избирательных участков. Половина из них в Нарьян-Маре. Жителям региона предстояло выбрать кандидатов от партии «Единая Россия» в окружное собрание, городской совет и муниципальные органы законодательной власти. Всего 54 кандидата. Выборы, как отмечали члены территориальных избирательных комиссий, проходили при хорошей явке. Люди приходят. Утром было, конечно, поменьше, после 10-11 побольше. Приходят, голосуют. Нарушений нет. «Единая Россия» – единственная партия в стране, которая определяет своих кандидатов путем предварительного голосования. По его итогам будут определены кандидаты от партии на выборах депутатов, законодательных собраний, административных центров и органов местного самоуправления. При этом участники праймерис не обязательно должны быть членами партии, они могут быть ее сторонниками или беспартийными. Как и во время любой выборной кампании, за ходом праймерис следят наблюдатели. Выборы идут спокойно, явка идет постепенно. Утром никого не было особо, потому что люди пока были дома, завтракали. Сейчас постепенно явка повышается. Перед обедом было повышение явки, и сейчас снова люди активизировались, идут. Нарушений не было никаких. За ходом избирательной кампании в Нарьян-Маре также следил депутат Государственной Думы Российской Федерации, заместитель руководителя Межрегионального координационного совета партии по Северо-Западу Алексей Лященко. Очень много участвуют молодых людей. Очень много участвуют молодых людей, которые прошли через партийный проект «Политстартап». И, наверное, это здорово, потому что молодые люди приносят с собой и энергию, и новый взгляд на те проблемы, которые стоят и перед регионом, и перед страной. Поэтому партия поддержит тех кандидатов, которых выберет жители региона. Прийти и проголосовать за своего кандидата могли все граждане, обладающие избирательным правом. Главное, чтобы на момент предварительного голосования человеку исполнилось 18 лет, и он был зарегистрирован на территории данного счетного участка. Хотелось бы, чтобы побольше внимания обращали на наше образование, не на саму систему как таковую, а на здания, в которых находятся наши учебные заведения. Это наша боль округа. Второе, я бы хотела очень, чтобы обратили внимание на предпринимательство как таковое. Сейчас очень много делается, но такое ощущение складывается, что все вот эти вот направления, они между собой как-то немножко не дружат. Хочу, чтобы по улице Авиаторов привели порядок тротуары до домов, потому что женщины с детьми, колясками и зимой, и летом страдают. Песок вокруг и слева, справа. И чтобы обязательно там, в том районе, заработал магазин продуктовый и хостовары, которые 2 года во дворе Сушинского взяли под крышу магазин, подняли стены, и дальше ничего. По-моему, Горпоторг там строит чего-то. И детской площадки в этом округе нету вообще. В 2019 году в предварительном голосовании «Единой России» участвует рекордное количество молодежи за все время проведения самой процедуры. На выборы в Заксобрание и административные центры претендуют 38% участников праймерис в возрасте до 35 лет. Ненецкий округ не стал исключением в этой статистике. Многие из избирателей оставляли наказы свои не только во время предвыборной работы перед праймерис, но и сегодня на участках. Надеюсь, вот эти молодые ребята, участники политстартапа, воспримут это не просто как слова и забудут их, а будут использовать их в своей дальнейшей работе как указание к действию. Ну и посмотрим, что из этого получится. Надеюсь, что только хорошее. Предварительное голосование проводится для того, чтобы в честной конкурентной борьбе был выявлен сильнейший. Он затем станет кандидатом от «Единой России» на основных выборах, которые пройдут в стране в день единого голосования 8 сентября. Активность есть. Это еще раз говорит о доверии, которое доверие избирателя к процедуре предварительного голосования. И мы эту процедуру проводим не впервые, и поэтому уже есть и понимание и у кандидатов, и у избирателей, ради чего это происходит.
Итоги голосования регионы должны подвести до 28 мая включительно. В июне-июле пройдут конференции региональных отделений «Единой России», на которых будут утверждены списки кандидатов от партии на осенние выборы. Ольга Руслова, Антон Водряков, телеканал «Север».